Добрый день, меня зовут Алексей. Для многих я известен как киноактер, но я являюсь также еще руководителем нескольких рекламных агентств. В июне 2015 года к нам обратился клиент, это клубный поселок Нагорная 2. Обратился с проблемой. В кризис не продавались дома. Каждый месяц тратился огромный рекламный бюджет, и в течение 8 месяцев продажи полностью были остановлены и прекращены. Не понимали, в чем дело. Вот, при этом работала достаточно серьезная группа продажников. Мы проанализировали все, что связано с этим поселком, создали новую рекламную кампанию, создали абсолютно новый посыл для покупателя, разработали сайт, разработали новую рекламную кампанию в Яндексе и в Гугле, и также к съемкам рекламных роликов мы привлекли кинокомпанию «Амарант». В чем была основная проблема, когда мы приступили к рекламной кампании? Покупатели заходили на сайт, и вместо живых видеороликов, да, и живых фотографий они натыкались на 3D-макет и думали, что поселок вообще не построен. Хотя на тот момент поселок уже был на 1/3 заселен. Мы в итоге решили отказаться абсолютно от использования 3D-модели на сайте и снять живые рекламные ролики. Руководство Нагорного 2 высоко оценило работу кинокомпании «Амарант», потому что всем очень понравился, безумно понравился там рекламный ролик. Также всем понравилось, что был привлечен голос канала СТС. Да, всем понравился монтаж. И самое главное, что в этом ролике, в маленьком, нам удалось внести в головы потребителей основной посыл этого поселка. Да, что он находится там недалеко от Москвы. Ну, то есть полностью все характеристики, которые и все KPI, которые нам нужны были, мы отразили в одном рекламном ролике. Что-то как бы замечательно и удивительно. Что удалось нам достичь с помощью данной рекламной кампании? За 6 месяцев было продано 6 домов и было еще 6 домов сдано в аренду. Общая прибыль, которую получил поселок, составила порядка 280 миллионов рублей за 6 месяцев. До этого компания тратила порядка 1 000 000 рублей на рекламную кампанию. В течение 8 месяцев она была в убытках на 8 миллионов. Всего потрачено было на рекламную кампанию порядка 5 миллионов рублей. Итак, тем самым вы можете сами посчитать KPI, который был достигнут. Это 200, если быть там, да, если убрать все расходы, то это 275 миллионов рублей чистой прибыли, которую получил поселок за 6 месяцев рекламной кампании. Мы благодарны кинокомпании «Амарант», потому что мы начали свою рекламную кампанию именно сначала с того, что мы отсняли рекламные ролики, мы поместили рекламные ролики на сайт, вот, и мы после этого уже мы сделали новую рекламную кампанию в Яндексе и в Гугле и полностью гнали трафик на сайт. И когда покупатель заходил на сайт, в первую очередь он сначала смотрел этот ролик и погружался в жизнь поселка. Тем самым там с первых уже заходов на сайт покупатель тут же набирал и звонил и уже узнавал о стоимости, о преимуществах и назначал просмотр дома. И я рекомендую всем, кто, например, занимается там рекламой недвижимости, в первую очередь избавляться от сложных сайтов, вот, от картинок каких-то непонятных, от 3D-макетов, 3D-моделирования и от всего неживого. Да, вы можете создать лендинг, который будет стоить недорого, но этот лендинг должен быть там четкий и ясный, из чего сделаны дома, их фотографии, но самое главное – это просто снимите рекламный ролик о вашем поселке, покажите поселок, покажите дома, соберите отзывы жителей, да, и поместите это на сайт, и гоните трафик на сайт. Все очень просто. В этот момент люди, которые хотят купить дома, они просто посмотрят ролик рекламный и поймут для себя, хотят они там жить или не хотят. Наберут они в этот момент риэлтору или не наберут. Все очень просто. Избавляйтесь от сложности. Все намного проще. Все, всем удачи, на связи. Спасибо, кинокомпания «Амарант».